40 полотен самарских художников в честь 170-летия губернии представили для оценки зрителей в этом шестиэтажном отеле. А вот и пятый этаж. И здесь нас встречает «Ширяевская осень» Елены Островской. И, кстати, не только она. Отель и картинная галерея, казалось бы, два несовместимых понятия, но не для креативных самарцев. Кстати, в этой идее слово «этажи» ключевое. Чтобы увидеть всю экспозицию, ценителям живописи придется пройтись по ступенькам. Каждый этаж – это персональная выставка. Одна из семи представленных авторов – Евгения Тарасова, знаменитая своим фантазийным видением самарских достопримечательностей. Мне самое главное не изобразить город, вот как он есть, а связать с какими-то ощущениями, со временем. Сейчас очень близка тема, такая футуристическая, немножечко взгляд в будущее. А что будет через 100 лет? Через 200 лет. А вот как-то станет наш город какой-то ультрасовременный. Мне очень приятно, что меня как отметили, как художника, пишущего родной город. И очень приятно, что появилась такая площадка, где мы можем размещать именно работы о нашем городе. Арт-галерея «Этажи» – совместный проект с департаментом туризма. Организаторы уверены, подобный акцент на творчество самарских художников эффективно скажется на формировании имиджа города у гостей столицы региона. Развитие любого объекта индустрии гостеприимства крайне важно для нас. В пространстве отеля сегодня гости могут увидеть наши основные достопримечательности, и первое знакомство с этими достопримечательностями может произойти фактически в объекте размещения. В любое время гости и жители нашего города могут прийти, посмотреть картины. И, соответственно, мы эту тему будем постоянно развивать, открывая новые экспозиции, обновляя представленные картины, работая с другими замечательными художниками Самары. Я думаю, что этот проект будет только развиваться. Первые посетители арт-галереи остались довольны собранной коллекцией. Я пришла за искусством. Я как человек, сам искусство, делаю тоже, создаю что-то интересное. Вот это все меня привлекает, мне это все нравится. Поэтому, как бы, ну почему бы и нет, свой свободный день, выходной, не сходить, вот чем-то просветиться. Я сама родом из Оренбурга, а живу в Самаре практически 15 лет. Здесь много где представлено Ширяево, какие-то улицы города. Поэтому, мне кажется, это очень интересно для знакомства с Самарой. Отлично. Арт-галерея будет работать в режиме отеля круглосуточно без выходных. Картины можно не только посмотреть, но и приобрести. Выставка к 170-летию будет работать 2 месяца, затем экспозицию планируют обновить. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.